пост Гедалья, который качается, по-моему, 19 часов 53 минуты. Причина этого поста связана с одним из постов, который связан с разрушением первого храма. И после разрушения первого храма осталась достаточно большая часть еврейского населения, которые не увезли в Бабилонию, они остались в Израиле с пророком Ирмияу. И глава еврейской автономии был Гедалья бен Ахикам. И его убили, как и внутренние интриги, его убили. И Рабейну Ерухам, один из решений, написал, что его на самом деле убили не в третий день Тишре, в который является пост Гедалья, но в первый день Тишре, в Рош-Шана. Но из-за того, что мы не соблюдаем пост во время Рош-Шана, отдвинули этот пост на после Рош-Шана, получается, третий Тишре. В этом году, когда у нас есть Шаббат, третий Тишре, сегодня пост, четвертый Тишре. На самом деле, есть разница в Алахе, в отношении, если пост попадет в правильное время, или этот пост имеет статус Нитхе. Это пост, который откладывается на следующий день из-за Шаббата. Например, это самый яркий пример, это в отношении Брит-Мила. Когда это пост Таанит Нитхе, тогда отец, ребенок, с кем делает Брит-Милу, Мохель и Сандак, имеет право не поститься в этот день. Но если этот пост обычный пост, тогда они должны тоже поститься, они только могут сделать вечером, после захода солнца, делать сауда, трапез в Брит-Милу. И Таз Турей Захав, который написал комментарий на Шулхан Арух, говорит, что на самом деле Цом Гедалья по определению имеет статус Таанит Нитхе не только в этом году, каждый год, поскольку надо было поститься в Рош-Шана. Но Таз, и поэтому он считает, что любой Таанит Цом Гедалья можно, когда есть брит в этот день, можно сделать трапезу для отца и сандака и мойля в течение дня. Но другие поски, включая Равину Вадя Йосеф и так далее, ашкеназский пост, считают, что это есть разница. Все остальные поста есть определенный день в календаре, как 9 ава, 17 тамуза и так далее. И поэтому, если они попадут в другой день из-за шаббата, тогда это имеет статус Нитхе. Но Цом Гедалья из-за того, что сначала решили установить пост третий день Тишре, не первый, не второй, это не имеет статус Нитхе, в исключении, как в этом году, когда действительно пост опять отдвинули от третьего Тишре до сегодняшнего дня, из-за того, что вчера был Шаббат. Значит, если кто-то знает, какой ребенок, который требуется сделать Брит-Мила сегодня, и кто-то хочет быть отец, стать тяжело, но стать Мойлем или Сандаком, тогда можно сегодня тоже кушать в течение дня. Раби Ханан Менакашем, Годжи Боху, Закон Исраэль, Лефихах, Явлеем Тором, Мецарот, Шнеймар, Адонай Хафейц, Маан, Сикой, Ягдин, Тора, Ядик, Радиш, Аль Исраэль.